С 10 по 30 июля в рамках культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота». Она организована Министерством культуры и Министерством образования России и направлена на популяризацию традиций народов. В этом году акция посвящена народным сказкам. Если вы и ваш ребенок любите не только читать, но и придумывать сказки, этот конкурс для вас. Чтобы принять в нем участие, необходимо сделать несколько шагов. Зарегистрироваться на портале культура-для-школьников.рф, чтобы у вас был личный кабинет. Записать видео с прочтением сказки в одной из трех номинаций – «Сказки народов России», «Сказки русских писателей» или «Моя авторская сказка». Загрузить видео на Яндекс.Диск, скопировать и сохранить ссылку на файл. С 10 по 30 июля отправить заявку на участие в акции в личном кабинете, там же ввести ссылку на работу. По итогам акции экспертная комиссия выберет 30 наиболее интересных работ победителей, которые будут опубликованы на портале культура-для-школьников.рф.